Аплодисменты ваши, друзья! Спасибо! А это случилось, и мы рады представить вам на этой сцене, на площади Ленина, группу «Студия 80», которая сделала это на зарубежных сценах. Они выступают под названием «Сибирская жара». Ну, как все совпало, и у нас здесь жара, и сибирская жара. Но, кстати, песня сейчас, я думаю, в хорошем смысле вас охладит, потому что называется она «Снег за окном». Встречайте, «Студия 80». Аплодисменты! О сегодняшнем празднике и дне города Новосибирска. 121 год! Ура, ура, ура! Спасибо! Тот редкий случай, когда от снега стало теплее на душе.
Ну, а на нашу сцену. Готовится выйти коллектив, который в самом начале своей творческой карьеры из тысячи стилей современной популярной музыки выбрал только один. Это стиль диско. Студия 80. Наш родной новосибирский «Мираж». В западных дискотеках проект существует под названием «Сибирская жара» и неоднократно издавался на компакт-дисках популярной серии «The Best of Italo Disco». Да, друзья, вот мы с Александром уже давно очень собираем виниловые пластинки, и студия 80, заверяю вас, это единственный новосибирский коллектив, который был издан на германской компании Zix Music в стиле «The Best of Italo Disco» на виниле! Их немцы на виниле издают! Вы что? Давайте! Встречайте, это студия 80! Елена и Виталий Бозовы! Любите диско? Подходящее радио «Городская волна». FM 101.4 УКВ 73-58. We'll be right back.
Oh,
Отражаются звезды, где закат и рассвет хороши.
светит луна. Итак, начинаем танцевать. В ритмах нашей юности. Новосибирская область. Во весь голос. Группа партнер праздника — компания «Агропарк». Ко мне немножко.
попрощавшись, стоял, будто нет. На белую зиму он шел, намекая, снег, я руку протяну к нему. Ловлю снежинки, дорога надежды.
Новосибирская область. Во весь голос. Синих улиц нет.